Красноярец Вася Пелемень победил бразильского тяжеловеса по прозвищу Зулузиньо в бою по пощечинам. Их встреча состоялась вчера. Бразилец гораздо тяжелее, выше и опытнее нашего земляка. Он боец смешанного стиля и уступал в тяжелой весовой категории. Бился с сильнейшими тяжеловесами мира, в том числе с Федором Емельяненко. Тем не менее, по итогам обмена пощечинами все судьи присудили победу Василию. Стоит добавить, что встречу организовал спортивно-развлекательный центр «Наше дело», который проводит бои профессиональных спортсменов, а также просто известных людей.